Что ж, рядом со мной сейчас главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Александр Сеукан. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Как прокомментируете игру вашей команды сегодня? Я скажу, что последний матч на протяжении всего сезона мы играли в три звена. Нагрузка была очень сумасшедшая. Легла на ребят на отдельные, вот в этом месяце 9 игр. Плюс, кто был в сборной юниоров, еще 3 игры добавилось. То есть многие подустали. И время на восстановление у нас практически не было. И плюс та же беда, что и была в начале сезона, это оборона. Оборона, ну, других нет. Так что мы самым главным матчем будем готовиться. А по сегодняшнему матчу, ну, хозяева сильнее, быстрее, сильнее. Хоккей называется шайбой, но нашей команде сегодня шайбы очень мало давали. Вот.